надо обеспечить их социальными структурами. Нам необходимо как можно быстрее реализовать программу по отселению людей из ветхого аварийного жилья. У нас такая возможность есть. У нас есть все возможности для того, чтобы проект переселения людей из ветхого аварийного жилья закончить раньше сентября 2025 года. Значительно раньше. Давайте для себя ставить задачу это сделать на будущий год. Еще раз хочу подчеркнуть, когда речь идет о переселении людей, надо обеспечить их социальные структуры. Только в этом случае можно говорить о том, что проект реализуется качественно. Просто переселять в жилье без детских садов, школ, поликлиник, парков, спортивных сооружений нельзя.